Ребята, всем привет, с вами Александр Джу, Васик World The Game, и пришло наконец-то время прокачать нам дунклеозавра, в общем-то. Кое-как нашкрёб на него генов насобирал, да, чтобы не слиться полностью в дно. По генам не люблю тратить гены, ну вы сами знаете, и доллары не люблю тратить, вообще не люблю тратить, я люблю накапливать. Я Скрудж Макдак, ребята. Итак, у нас есть вот такие вот дунклеозаврики. Давайте мы, наверное, с этого сразу сделаем еще одного 20-го. Потом посмотрим, там вроде бы есть вот турнир за Элосматерия, там как раз нужно сражаться водными. Ну и там будем их обкатывать. Наконец-то я увижу максимального левела дунклеозавра. Ну, давай. Так, надеюсь, у меня того еды хватит. Поедаем акулку, белую акулку. И эпичное. Эпичное пожирание. Так, давайте прочитаем, что нам тут пишет. Так, дунклеозавр смахивает. Это мы читали. Да, это мы читали. Дышит воздухом. И более крупные плавники плавают куда лучше мозазавра. Это мы поняли. Так, теперь давайте-ка мы... Нет, сюда мы не хотим. Мы хотим на арену. На арене. Вот-вот-вот. Здесь у нас как раз нужно сражаться дунклеозаврами, да? Вот, смотрите, у нас есть вот такой вот дунклеозавр есть. Потом он подменится на водного. Возьмем вот такого и такого. О, пойдем сейчас. Быстренько накажем всяких там дунклеозавридов, аммонитов, стиксозавридов, плезиозавридов и прочую фигню. Так, ну надо атаковать по-любому. 3 балла бить, наверное. Хотя, не, наверное, за... Да, надо было на 2, 5, 6. Может и пробили бы и за 2, кто его знает. Но теперь мы об этом не узнаем. Так, ну что, принесем жертву первого нашего дунклеозавра, богу дунклеозавра. Так, а может и нет. А ну-ка, о-о-о, легко пробили. Правда, не знаю, это, наверное, даже... Это, конечно, неправильно, просто жалко было сливать дунклеозавра, потому что он-то как раз вот, ну, 5, на 5 его и пробьют сейчас. Так, а Рома Лео 7 по 4,28, как вы думаете? А, ну, у меня запас, ладно, не буду даже подменяться. Пробиваем легко. Легко пробиваем. Сейчас на ромалиозавре еще накопим баллов и снова вызовем дунклеозавра и победим этого плезиозавра. Ну вот так. Такой вот у нас коварный план. А так она все 6. Ну, все, в общем-то, под мою дудочку. Все по плану. И полная атака. На целых 8 баллов. Так, ну это было изи-катка. Мы даже не использовали своего самого мощного дунклеозавра, потому давайте мы еще в этом бою возьмем 30-го. Мы можем что-то сделать, подождите, мы можем сделать двоих 30-х, правильно? Правильно. Так, иди сюда, моя рыбешечка, да. На голубеньком фоне прекрасно смотрится. Новые эти не легендарные гибриды на фиолетовом фоне, да, супер гибриды, или как они, как там их правильно назвать, те, что блестят, уникальные гибриды, и нет, ну, такое свечение, это либо редкие, там, либо виповские, либо еще что-то, короче.
Ну, вы поняли. Ам-нам-нам. На самом деле, мне вообще даже, ребята, не хочется создавать 40-го, потому что создать 40-го, это себе проблем на голову сделать. Он и так как бы сильнее всех. Потому, знаете, даже мне вот 2-30-х даже больше нравится, чем 40-й. Не знаю, посмотрим, что будет. Может, 31-го создадим. И на этом остановимся. Потому что будет нам очень тяжело сражаться, как мне кажется. Так, так и так. А давай. Опять же, зря я так сделал. Просто не хотелось сливать Дунклезавра. Ну хотя мы сейчас его так сольем. Неаккуратненько вышло. Ну ладно, тогда я сейчас Артакантуса подставлю под удар. Хотя я его мог бы пробить, наверное, 6-3 тысячи 2 с копейками. Хотя, наверное, не хватило. Ладно, теперь нужно разобраться. Ну вот так вот, потому что мало ли там как у нас Стикс или кто-то у нас такой следующий идет. Мауизавр, точно. Мауи. Да, он бы пробил нас за 2. А мы сделали вот так вот. И победили. Та-дам! Кстати, да, о, появилась вот эта табличка по поводу кода 19, ребятки. Вот она, вот. И я могу отправить Оуэна. В этот раз все прошло хорошо. Эх, молодец. Молодец, мой раб. Так, вот теперь что у нас здесь есть, ребятки. Так, ну вот вообще не хочется его, ребята, прокачивать. О, это, короче, проблемы себе сейчас мы создаем. Ну давайте 31-го сделаем хотя бы. Мне, правда, не запомнил, сколько у меня там было. Ну, главное, нам внешний вид главное. Смотрим. А, ну и же плавники уже побольше стали. Так, 5800 на 3000, ребята. Вот такой вот у нас вообще красавчик. О, текстурки подтянулись. А ну вернись. Куда уплыл? Тебе никто не отпускал. Так, давайте, разок. 32 уровень. С плавничком, чтобы был. Вот такой вот. Ну, чё, прикольно, вполне себе гармонично, даже, как бы, можно сказать, так реалистично выглядит. Особо его там не испоганили. И теперь мы можем прочитать четвертую эволюцию. Мощные челюсти Дунклеозавра позволяют ему охотиться на бронированных водных животных. Как где делал его предок Дунклестей. Подождите, ну, я читал по поводу силы челюстей же у рыбы хреновая, по-моему. Если я не ошибаюсь. Вот вылетело с головы. По-моему, слабая. Слабый у Дунклеста и укус. Так, ну,
Так, давайте тогда сейчас пойдем и выполним последний бой. Да, он, смотрите, 6000 на 1000. Вот так. А, вот так вот и пойдем. Полюбуемся на команду, да, вот его самых сильных родственников. Это хайнозавр и тилозаврик. Ну, ему нечего делать, там он Анхипристис, он есть последний. Ну, я на 3 атакую. То есть, блин. Думал его пробить. Аммонит нам не страшен. Еще раз на 3. На этот раз прошли. Так, ну на этот раз уже нас и пробить, может он сможет подмениться. А на Анхипристис много жизни, мало удара. У него будет чертовски малое количество... силушки. Вот он подменился, а толку? Ну хотя, подождите, у него сколько там? И ничего нет. Блин, как он мотыляет своим вот этим. Смотрите, как он гигантский. Анхипристис, но он и в натуре был здоровый. Но это же вообще, блин. Мне хочется даже, что давайте так немножко полюбуемся на них. Ну он реально больше, чем у нас Дунклиозавр. Ну они немного перестарались с размерами. Он не был настолько большим, 8 метров. Ну, прикольно, зубы прорисованы, как акула. Так, ну что, давайте подменимся. Что-то 3 решил поставить защиту, зря, да, он тоже поставил защиту. Блин, он вообще против хайнозавра, вообще гигант просто. Так, не пробил, но он на этот раз уже, наверное, тогда должен нас прокусить. Ну, на 4, на 5. На 5, да? Неужто ли на 4 ему не хватало? Атакуй по полной! Не знаю зачем, но ладно, пусть будет. Вот так вот, гигант пал. Ах, жаль, не дожил. Нас смог таки пробить нас, но у нас есть тоже другой силач. Тилозавр тоже довольно гигантское существо было. Так, и мы разблокировали, открыли Элас Материя. 200 баксов. 198 баксов, что за прикол? Почему 98, почему не 100? Так, вот так вот. Ну, тут дальше вроде как ничего интересного у нас нет. Да ты что тут выскочила? Нет, не нужен нам аммонит. Так, давайте, кстати, амозик, мозик. Где наш тут улучшенный мозазаурус? Вот тоже с этими эксклюзивным. Блин, черт, у меня нет мозазавра. Надо мозазавра восстанавливать. Вот такой вот у нас мозик. Мозик. Так, тили-тили тролливали нам неинтересно. Прогнатодон тоже, да, тоже один из крупнейших водоплавающих. И где хайнозавр? Я ищу хайнозавра, ребят. Черт, пролистал. А, вот, а только у меня просто почему-то выбран. Смотрите, у меня жабры какие, а ну-ка. Тут нормальные жабры, тут нормальные жабры. А здесь, вот, смотрите, такие жабры, как будто бы там какие-то уже костяные пластины. Смотрите, какой гигантский хвост у него, вау. Хайник мне нравится, вот эти вот у него зубы такие торчащие, гигантские, о, молодец. Такое, ну, довольно хрупкого телосложения, как по мне. Дунки помассивнее будет. Ну, особенно, чем он ближе к экрану, настолько он просто реально просто больше. Ну, а на этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.
Думали, я оставлю вас без 40-го, но нет, не тут-то было. Сделаем 40-го в другом аккаунте. Там как бы неважно. Да, как говорится, ни мое, ни жалко. Сделаем здесь 40-го. И вот и не хватило нам еды. Так, он жрет он сколько? 3,5 миллиона за один укус, блин. Не хватило. Ура! Еды 100 тысяч осталось, ребятки. Итого, 6900 на 3594. Вот с такими показателями мы вошли в эру водных гибридов. И это страшно. Это страшно, ребята. Интересно, вот уровень противников... Как вот может поменяться? Так. Ну, давайте сюда зайдем. Но он сейчас не подстроился. Хотя помощнее, не помощнее, как вы считаете. Так, давай, дунки. Так, даже не так. Даже не так. Пойдет. Где наш мазозавр? Ну, вот у нас есть мазозавр. Хайнозавр. И вот так вот, ребятки, вот такими мазозавридами мы сейчас пойдем надирать задницу этим рыбешкам. Мазозавр, хайнозавр и дунклиозавр с 40-го левела. В атаку! Ну, мазозавр пойдет на уху, скорее всего. Ладно, если сейчас нас не съедят, тогда я атакую. Но, увы. Увы, ребята. Как бы мы ни хотели, мазозавр сейчас здесь слабейший. Так, ну дальше идут ксифактинчик, который Геликуса сожрал, и Мегалодон, который уже не Кархародон, Мегалодон. Так. Ну что, битва шипастиков. Хайнозавр против Мегалодона. Упс, рыбешки, капец. Итак, древнейшая рыба ксифактин против дункляста. Броня против брони. У нас, да, такой панцирный дунклиозавр против рыбы. Ну, у них голова, сами знаете, крепкая, и чешуя штука довольно крепкая. Представляете себе, как вот какого размера чешуйка, там больше, чем ладонь, будет... Да какая ладонь, там, не знаю, полметра квадратного будет такая чешуя. А чешуя это вам хитин, да, наверное, скорее всего, там. Короче, штука крепкая. Как бронепластмасса какая-то. Бронежилет. Так что фиг попробуй, пробей, прокуси. Рыбу вот таких вот крупных размеров. Но наш 40-й мега-супер-пупер-дункляозавр. Дункляостей. Дунклиозавр, в общем-то, с этим справился без проблем. Вот теперь точно все. Всем пока.